Первая неделя поста – это очень ответственная и непростая. Каждый день богослужения с 8-7 утра до обеда, прежде освященных литургия, и вся наша братья, как положено, по монашескому уставу не только молилась, но еще, кто был на богослужении, исполняла одно из самых таких сильных песнопений, да исправится молитва, на музыку Чеснокова. Это было непросто, но мы с Божьей помощью все-таки сумели и выучить, и самое главное, очень достойно спеть. И я очень этому, и все мы очень этому рады. Но самое главное, что у нас была сегодня 6-я православная миссия в центре города на улице Дерибасовской. Слава Богу за все! Был ветер, было холодно, было мало людей, но мы все-таки с Божьей помощью посеяли зерно, Слово Божие, и мы благодарим Господа. И надеемся, что вы, наши зрители Спасо-Преображенского кафедрального собора, обязательно будете с нами поддерживать, комментировать, приходить на наше богослужение, самое главное. Так как в нашем соборе служат очень грамотные, современные священнослужители по благословению нашего митрополита Агафангела. И это пока у нас есть время, пока Бог нам дает возможность в Нижнем храме совершать все богослужения и свою миссию, нужно это, как говорится, ценить. Поэтому делимся этой радостной новостью, поздравляем всех с первой недели поста, с торжеством православия и просим ваших молитв, помощи и участия во всех наших созидательных, добрых делах по восстановлению собора. Вся братья наша молится, поминает сорокаусты, молебны, свечки, все, как мы договорились, кирпичи с утра до вечера, все карандаши уже сточили. Да, поэтому, слава Богу, мы не унываем, несмотря на все, что происходит, бодрствуем по слову Господа. Поэтому, братья наши Спасо-Преображенского кафедрального собора, прихожане и подписчики. Много лета на мою, много я.